Здравствуйте, друзья. У нас короткий такой выпуск, небольшой. Вы, может быть, знаете, ну, многие знают, что мы сделали еще один канал, который называется «Портнов Лента». Вот он тут. И на него есть ссылки всюду, и видео есть, где я объясняю, зачем нужен был этот канал. Но смысл его реально в том, чтобы немножко упростить сосуществование двух групп наших зрителей. Одних, которые интересуются в основном чем-то содержательным, а другие, которые любят всякие болталки-трепалки, им вот это интересно, они так как бы время проводят на канале. Поэтому мы на канал «Лента» помещаем вот всякую такую мелочевочку, а канал основной наш, где он тут, вот он, мы на нем будем делать сюжеты реже, но так как бы информативны. Поэтому, что я сделал в частности, вы, конечно, можете подписаться на канал «Ленты», я к этому очень приглашаю всех, но если вы зайдете на страницу нашего канала Silicon Valley Voice, я создал плейлист, который идет теперь вторым в списке. Вот он. Да, значит, сначала идет наш upload, вот. Собственно, некоторые говорят, что можно ее вообще убрать. Ну, допустим, вот он есть. А следующий идет вот «Портнов Лента» канал. Значит, и вот там сейчас есть 4 сюжетика, и вот они тут, значит, все присутствуют. Соответственно, они там, их будет больше, больше, больше. И можно видеть все, что мы делаем, из одной, как бы, из одной точки. Вот если вы пришли на основную страничку, вы видите то, что на этом канале, и видите то, что на другом канале. Там всякие другие плейлисты там тоже присутствуют, но вот как бы текущие ленты две. Значит, это лента одного канала и это лента другого канала. Вот я хотел сказать, что все это присутствует, и мы стараемся, чтобы разным категориям наших зрителей было удобно, потому что как бы вот такая стоит задача. Вот. Счастливо и до встреч на канале.